В Муравленко стартовала информационная кампания по выборам 2020. В городе появились новые тематические баннеры. На растяжках логотип кампании 2020 с лозунгом «Ты сам выбираешь свой путь» и с датой начала единого дня голосования. Также на баннерах размещена информация о том, какие именно выборы пройдут в Муравленко этой осенью. Всего в городе будет размещено 13 таких баннеров в различных микрорайонах города. Напомним, что этой осенью в Муравленко состоятся выборы депутатов городской думы 7-го созыва и законодательного собрания Ямала. Сейчас идет регистрация кандидатов. По выборам депутатов законодательного собрания выделилось 4 человека, один из которых – самовыдвиженец. По выборам депутатов городской думы города Муравленко – 43 человека, два из которых – самовыдвиженцы. На данном этапе территориальная избирательная комиссия принимает документы для регистрации этих кандидатов. Регистрация, подача документов для регистрации продлится по выборам депутатов законодательного собрания по 29 июля, по выборам депутатов городскую думу по 31 июля.